Приветики всем. Пришла сейчас за Милой. Жду ее на продленку. Она где-то там на детской площадке. Сейчас ее приведут. Позвонили, узнали. А здесь я смотрю, вот собираются сейчас. Пришло, это подошла, думаю, что так много людей собирается здесь. А здесь выпуск в школе. Это у нас здесь Безамшуля. Вот, и выпуск. Мальчики в костюмах, девочки в платьичках красивые, так все одеты вообще. И в масках, конечно, да. Все тут собирались. Это и сейчас будут заходить вовнутрь, вот маски нужны. Так что вот так вот. И девочки есть, я смотрю, и в костюмах таких, знаете, как в классических. В брюках, в пиджачках, а есть прям в платьях таких, в пол красивых. Такие вечерние платья, в общем. Красота, вот так вот. Что немцы тоже наряжаются вот так на выпускные, да? А вот идет моя красота. Что? Челку тебе заколоть, конечно, могу. Да. Заколю все. Ты отдала этот? Сейчас отдам. Бумагу. Не отдала, забыла, да? Да. Приветики всем! Мы приехали сейчас в русский магазин. Сейчас покажу. Гастроном называется. Вот, хотим рыбку купить, арбуз хотим купить. Это большой. Да. Держи рыбу, масочку. Рыбу нет. Раздаю масочки всем. Подожди, или подожди, у или а вот это, по-моему, твоя. У меня своя. Там поменьше. У меня своя. Достаем масочки и все. Пойдем сейчас в магазин, посмотрим, что там вкусненького еще есть. Да, да, еще вкусненького. Я рыбу, знаете, какую беру? Мне нравится в русском. Не всегда она есть, ее быстро разбирают. Копченая дорада, да, очень вкусная. Вообще классно. Вот. Так что я арбуз. Я арбуз хочу большой. Мы уже как-то кушали с русского у друзей, да, и очень вкусный был. В общем. А сейчас сгущенка. Идем сейчас. Не знаю. А ладушки с ними есть. Так сделала? Ну, мама сегодня ладушек наделала. Девчонки, помощницы мои, помогают мне тележку катить. Все, мы были уже и в этом, и в русском и в немецком. В Лиделе. А, и подожди, я не открыла. Вон в русском что мы купили. Давай покажем хоть. Арбузище вон такой вон большой. Палочки. Чай взяла. Вот такой вот взяла, очень вкусный. Вот, как я взяла на пробу, видела девочка, ну, рекламировала, говорила, что вкусный. Сгущенку, рыбу там тоже взяли, дораду, да, копченую. И вот этот чешское пиво Козел, очень вкусно, блин, я его прям полюбила, если честно. Конфеты. Очень мне понравилось. Еще конфеты, пчелку и еще что-то я вам покажу. И конфеты, да. Все, и сейчас распаковываем все, что скурили. Давай мне, я покажу им конфеты. Да. Так, пошли. Машинку. Так, заходим. Вот, я их сюда вот положила, потому что некуда было положить. Вот, вот такие вот конфеты сейчас открою. Вот такие конфеты. Вот такие. Есть вишневый вкус. Яблоко. И вот это, блин, как она еще раз называется по-русски. Ну, вот это синяя ягода, короче, да. Мила, а ты взяла пчелки, да? Да. Вот. Да? Тут, конечно, уже три фантика. Да, мне больше всего понравились вот этой с фиолетовой упаковкой. Нам пока. Ой. Всем привет! Я и Мила хотим. Нам скучно, у нас все отобрали, телефоны, планшеты. Потому что мы утром себя плохо вели. Ну, мы поссорились тогда в начале, да. Заорали и да. Короче, мы хотим пару часов на кровати после так, чтобы не было скучно, а интересно. Тут у нас чай стоит. Там вода. Салфет, да. Там у нас водичка. Тут еда. Тут, подожди, все время. Тут у меня тогда еще бумага, резинка, вода. Такая, чтобы брызгать, если жарко будет. Потом тут такие карандашики гелевые, ручки гелевые, чтобы разрисовать, если скучно. Если холодно, носки такие теплые надеть. Это если скучно будет. Наверху у нас, если мы захотим кушать. Боже, запасы еды булочки, прям. Два этих и кукурузные палочки. И еще на всякий случай салфетка. А тут я
лак для ногтей, я хочу набрать себе ногти. Обалдеть. В общем, подготовили все. Да. Да, Милочка, у тебя на выворот майка. Да, я знаю. Да. Все? Да, еще тут одеяло, если нам холодно будет. Если замерзнете. Привет, соседи! Привет! Это окно я никогда не открою. Никогда в моей жизни. Почему? Потому что там у нас же возле дома всякие такие букашки. Знаешь, чтобы не залетели, да? Вот эти у нас прям букашки такие. Ну, не букашки, а одна букашка, которая много их. Она очень часто... Мошки? Нет, вот эти, помнишь, большие такие с формой, которые... Да, не знаю. Ну, давайте, проводите время. У нас тут подушки. Ну, это для меня, конечно. Да, не одну. Ладно, я сейчас Мире дам вот эту. Она лежала еще на диване, который у меня там стоит. Да, вон на коврик. Мы занимались спортом. Ну, я занималась, Мила не хотела. Все. Все. Приятного иногда... вам времяпровождения. Иногда, пожалуйста, приходи и снимай, что мы делаем, окей? Посмотрим. Все, пока. Не посмотрим, а да. Так, съемки продолжаются. Какой-то... Бабли! Это вы из-за этого меня звали? Да. А сами прийти показать не могли? Нет, мы же заснять хотели. Это наш друг Бабли. У него 4 ноги и 1 рука. Обалдеть. У него волосы есть. Все, что он хочет, то мы и делаем. Пусть он спит. Например, Бабли хочет кушать. Сейчас. Так, это я себе уже забираю, тоже палочек хотела. Вы сегодня всю пачку съели. Дайте мне. Еще купим. Когда? Жадины. Все, маме даже, боже, всю пачку съели, с мамой поделиться не могут. Да. Спасибо. Вот такие детки. Покупаешь им все, отдаешь. А они палочку не дадут. Ну, одну дадут. Найн! Я вот так хочу. И что ты мне оставишь? Да. Капец. Знаете, всю пачку съели, а ты, мама, на вон пару штучек с тебя хватит, да? Да. Спасибо. Мам, Бабли кушает. Ням-ням-ням. Мам, Бабли кушает. Ням-ням-ням. Баблику в душ надо. Все, я пошла. Короче, мы с Милой вот на кровати, мы сейчас заснимем маленький кусочек, что мы такого уже сделали. Да. Вот мы покушали, булочку нашу съели, потом мы почти уже... весь чай выпили, почти. И у нашего Бабли появился друг. Да, вот этот у нас был, а вот этого еще один. Кстати, вы видели, у него волосы покрашены теперь. Да. Так, я не знаю, что мне потом еще и такого делать. Мне скучно. Ненавижу этот звук. Это у нас мороженщик. Угу. Так, потом у нас водичка вообще еще есть. И я думаю, что я хочу из вот этого сделать что-нибудь крутое. Маша, а ты что будешь делать? Играть с Баблиной. Это да, вот так у нас уютненько, вот тут одеялки, тут это очень уютно. Вон я подурачилась. Мила подурачилась, хотя нельзя с кровати. Да, вон там у нас остались одни фрукты и все. Какой и тогда, звук, если нам что-нибудь понадобится, нужно будет маму звать. Да, ладно. Послушайте. До встречи вам. Слушайте. Смотрите, какая машина перед нами едет. Хотя она классная. Прикольно, да? А что за марка хоть? Непонятно, да? Классно.